Всем привет, друзья! Вы на канале Baby Go! Здравствуйте, мои дорогие! Денечка, поздоровайся с своими друзьями! Вы на канале? И сегодня у нас интересная развивающая игра «Времена года». Мы будем брать сезоны и определять, какие вещи для какого сезона подходят. Смотрите, у нас есть 4 карточки. Зима. По порядку идем. Весна. Весна день. Смотри, по цветам отличается. Зима синяя, весна зеленая. Потом у нас лето. Ну, желтое. Денис, какого цвета лето? Желтое, правильно. И осень. Коричневая. Какой это цвет, Денис? Коричневая. Ну что, день, попробуем определить, для какого времени года подходит... Очень нужен дождевик. Вот у нас дождевик. Когда у нас дождливо? Мама, одень Дениску и дождевик. Когда ты одеваешь дождевик, Дениска? Какое время года? Когда поливает дождик? О, ты показал на осень. Все правильно, самое дождливое время. Давай дождевик положим на осень. На осенний период это у нас дождевик. Можешь его потрогать, чтобы посмотреть. Он такой из прорезинного материала. Убираем, да? Хорошо, убирай. Из прорезинного материала спасает от дождя. Дениска, смотри, у нас есть теплая жилетка. Вот такая вот жилетка. Мам, давай оденем. Какое время года холодно, когда хочется одеть теплую вещь, Дениска? Это зима, Денис. Зима. Давай покажем всем. Это зима. Зимой холодно и хочется утеплиться. Давайте кофточку положим на зиму. На зиму. Не хочешь на зиму? Ну хорошо, тогда тоже убираем. Так. Дениска, у нас, смотри, есть шлепанцы. Шлепанцы, друзья. Какое время года? Когда жарко, когда хочется на речку сходить искупаться. Это лето у нас. Шлепанцы, по идее, мы должны были положить на лето. Просто мы убираем, Денис не хочет, чтобы на столе что-то мешалось. Ну, дай. Дениска. А смотри, у нас есть еще очень важные атрибуты. Это шапка и перчатки. Да, давай, попробуй одеть на ручку перчаточку. А шапку на голову? Нет. Когда мы одеваем теплую шапку и теплые перчатки, Денис? Когда холодно. Когда снег идет, чтобы голова не промокла, уши не замерзли, руки не замерзли, мы одеваем перчаточки. Это у нас зимой, друзья. А еще у нас есть резиновые сапоги. Дети очень любят бегать в них. Почему? По лужам. Динечка, что это такое? Что это такое? Расскажешь? Что это? Сапоги? Какого они цвета, Денис? Голубые. И ты с ним в них почему ходишь? Когда много воды. По? Денис. В голубых резиновых сапогах по? По водичке. По лужам ходишь, да, Денис? И когда у нас больше всего поливает, когда у нас больше всего лужа, то осень. Мы можем разделить между весной и осенью по одному сапогу. Друзья. Потому что у нас в это время больше всего луж. Весна и осень. Да, День? Мама. Ну и самое главное, Дениска. И самое главное, у нас еще есть с тобой яблоко. Да. Это время сбора урожая. Яблоки, большинство сортов, собирают когда? Осенью. Вот она у нас опять, осень. Время сбора урожая. Давай вот на осень яблочко положим. Правильно. Такое красивое. На осень, реально. На осень, да. А еще у нас есть цветочки. Когда у нас все начинает цвести, День? Когда у нас птички начинают чирикать? Это весна. Друзья, весной у нас все расцветает. Вот, и как раз именно этим весна с осенью отличается. Нам нужны резиновые сапоги. Нам нужен дождевик. Но осенью мы собираем урожай. А мама, сейчас мы покушаем с тобой яблочко. А весной у нас все начинает распускаться. Летом мы ходим. У нас еще есть один летний атрибут. Смотрите, друзья, это солнечные очки. Денчик,
Давай тебе одену. Давай. Нет, не хочешь. Ну и не будем одевать. Это у нас куда? Когда солнышко ярко светит? Я подскажу. Друзья, смотрите внимательно. У нас даже подсказочка есть в правом нижнем углу. Это лето, Дениска. Когда яркое солнышко, мы ходим в солнечных очках. Чтобы сильно не щуриться. Попробуй одень на себя. Не хочешь? Ну клади тогда на лето. Вот. Друзья, мы сегодня обсудили предметы, которые необходимы в разные времена года, а также немножечко поговорили о разнице между весной и осенью, ну а также летом и зимой. В следующий раз мы придумаем очередное полезное видео. А сейчас мы ненадолго прощаемся. С вами был канал Baby Go. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь. До новых встреч, друзья. Пока-пока. Динечка. Пока-пока. 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 И подойду.